Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня понедельник, 19 октября. Дорогие друзья, вчера успел Артём только повесить одну шторину. Видите как? Здесь и светло, и в то же время закрывается окошко. И летом, если будет бить сильно солнышко, то тоже можно будет закрывать. Вот они, мои растюшечки здесь, как всегда. Куда им деваться? Видите, как хорошо светит им? Света здесь нет. Вот я его не включала. Это светит через шторину. Вот такие шторы мне нужны, чтобы и светло здесь было, и солнце не жгло, и не попадало. Вот они, красавчики. Эти шторки. Но там шторки не успел Артём повесить, потому что занимался допоздна утеплением потолка. На чердаке был. Вот здесь вот я вчера распаковала уже. Видите, Василёчек вас ожидает. Посмотрите на это мяу опять. Посмотрите, как только видео снимали, везде мяу. Давай, иди. Ну иди давай. Смотрите, открывай, и она хочет, чтобы я ее просила. И так заходит. Это я приготовила вытащить. И сегодня хочу пересадить еще орхидеи, которые мне дали. И вот она, одна моя орхидейка. Она замученная с этими переездами. Но она изначально была такая. С одной стороны листочки начали сохнуть. Ну, ухода, конечно, за всем не было возможности при переезде. Вот, перебила бусинка. Василёчек вас ожидает. Много очень красоты и на подарки. И себе этот раз заказала. Носочки заказала. О, она вот так подходит и падает. Кто там за мамой? Кто-то... Ой, боже мой, кто тут падает? Ой, пришла. Ну что ж, с череночками все хорошо. Сейчас откроем. Вот, это здесь временно. Это здесь временно. Видите, поднимается. Здесь у меня проветривается окошко открыто. Вот. Открывается оно и по чуть-чуть. И, значит, первое вот такое открытие, дальше больше и больше. Ну, вы поняли, как открываются обычно все окна. На улице холодно, на улице сегодня только 3 градуса, вот утром сейчас посмотрела, в огороде все по-прежнему нормуль, сегодня посмотрели, ночью не было минусов, и я не стала 3 сестры гортензию укрывать, вот по листочкам видно, по гелиотропчику и по многим другим, что было все хорошо, вот и в теплице вот в уголочке вон там вот видно мои гортензии горшечные, все там еще. Я не стала ничего еще пока убирать. Вот. И так подумала. Все-таки я закопаю свои гортензии в теплицу все. Бегать, постоянно следить за ними через дорогу в подвал я не смогу. Сами знаете, что другой раз даже вот и в теплицу зимой не захочется выходить. Но я все равно буду это делать. Гораздо ближе мне в теплицу. Сходить, посмотреть, как они себя там чувствуют, как буду закапывать, я буду вам показывать. Конечно же, мы купили материал этот, специальный для укрытия, и я с ним спокойно буду, потому что мы его уже испытали, вот, и поэтому никаких у меня проблемчиков не будет. Поэтому пусть будет здесь, птички вон бегают у гелиотропа. Вот такая красота. Дельфиниум расцвел махровый, вот у нас... Мусорка утром рано всегда приезжает, отвозит мусор. Вот только сейчас сходила, собрала. Вот, видите? И еще куча маленьких. Передают, что вроде и 8 градусов, дорогие друзья, будет. Артема нет, вот супчик остался, сейчас себе согрею. Приготовила тарелочку, пообедаю. Вот, а перца у меня еще полно. Полно, вы видели. Те с левой грядки я вообще еще не убрала, я просто накрыла лутросилом. Пусть немножечко еще будет урожай. Вот такие кабачочки собрала, молоденькие. Разрежу прям пополам и в духовке запеку сверху. Можно какую-нибудь начинку или просто натру сыром. Вкусно будет. Это у меня просто сломался один перчик с улицы, острый. И посмотрите, сколько зелени. У меня свой зеленый... Лук, парей, молодой-молодой парей, который семенами посеялся и взошел, представляете? А я сейчас его беру как зеленый, и обычный лук, вот. Вот он.
лук-батун пустил тоже новые перья. Я вам показывала, что я срезаю, он снова потом пускает перья. И я это все кушаю. Салаты. Салаты 2-3 вида, каких только нету, дорогие друзья. И посмотрите, базилика сколько разного цвета. Укропа. Кориандр вот такой вот молодой пошел. Я прям вот рву его сейчас, салат вот так вот прям целиком брошу. Его самосева вон сделался. Это на улице прям на грядках. Посмотрите, это золото. Зеленое золото. Вкуснятина. Сейчас себе сделаю салат. И к этим овощам добавлю кубики брынзы. Сейчас еще томат принесу, нарежу. Вот такая вкуснятина. Вот что значит жить на земле. Вот что значит сеять, сажать. Земля матушка накормит. Допоздна держится урожай в огороде, девочки. Все свое, кроме, конечно, своего мяса и яиц нету. Но вот у нас, у друзей, у соседей были куры 24 штуки. И в одночасье, поздно вечером, их не было дома, лиса. Но они не успели приехать пораньше домой, закрыть курей. Они, конечно же, сами в домик залезли, но лиса нашла местечко, через, ну, откуда они, из дверцу маленькую заходят. Вот, и они приехали, а она из 20, по-моему, 4, не буду врать, но штучек 5 осталось. Все перегрызла и перетаскала. Вот так. Очень сложно здесь держать. Здесь лисы есть, и собаки, и все. Надо, я не знаю, чутко-чутко, под чутким руководством. Из дома никуда не пойдешь. Или же, если вот уедешь, надо скоренько домой за день, чтобы приехать. Вот. А они не успели в пути. Получилось, с утра уехали и в пробках. И как только смеркнула, лиса все это сделала. Поэтому подумаешь как. Я, конечно, всегда за, но Артем не готов к этому. Ну, как-то так. Тоже постоянно отвлекаться, внуки, дети. И вот пока вот такие дела. Ну, пока у нас и помещений нет. Ну, курей для яиц это всяко тоже нужно будет, но не сейчас. Вот мне, кстати, задавали вопросы, я ответила. С удовольствием бы хозяйство держала, любое. Но на это есть еще муж, который не готов. Он говорит, что я буду работать и буду всего лишь два дня дома, а ты будешь надрываться, упахиваться, и он прав, потому что ты не сможешь это не делать. И зачем мне нужна будет замученная больная жена? И он прав. На одних ручечках много не сделаешь. Вот, я очень за прошлую неделю устала, прибираючи сад и все такое. Спасибо Артему, что он приехал, обрезал мне вверху фасоль. И что вы думаете? Он у меня ее обрезал, я вам показывала в прошлом видео, и скидывал на грядку, которую я уже убрала. И, правда, вот сюда немножко сдвинул, но тем не менее. Решил помыть, я вам показывала видео бок, потому что там фасоль была прилипнута и грязь была. И что вы думаете, он нечаянно замочил, намочил меня вот эту фасоль. Она ледяная, вся. Я пошла сейчас, хотела ее, ну, почистить, срезать вот эти уже спелые стручки с фасолькой. И просто околела. На улице очень холодно, и в теплице тоже. И я сказала, что я ничего делать не буду, бегом домой. Боюсь заболеть, нельзя мне. Вот, поэтому позвонила ему и сказала, он ай-яй-яй. Ну, он хотел помочь, сделать побыстрее, потому что знал, что он говорит, я знал, что ты пойдешь и сделаешь ты. Поэтому мне не хотелось, чтобы ты потому что всю неделю напахалась, говорит. Вот. А он это сделал. Ну, ладно, сделай себе салатик. Ничего страшного с этой фасолей не будет. Обрежем стручки закрытые и почистим. Ничего не будет. Она уже готовая, просушу. Самое главное, что человек хотел постараться и сделать, помочь мне. Вот. И цвет белый не сошелся, дорогие друзья. Пусть это будет самой большой проблемой в нашей жизни. На этой фасоли цвет белый не сошелся. Пойду кушать. Вот на такой подставке. Возьму себе, видите, чашечку чая, лимончик и конфетку коровка. Сейчас салатик сделаю. Дорогие друзья, вот так лапочка спит очень часто. И я не могу взять ногу, мне ее так жалко. Нога бывает терпнет уже, хочется убрать ножку. А лапусечка моя вот лапки раздвинула, то есть выпрямила, и на моей ноге. Вот ей
Нужно, чтобы она могла дотронуться. Да, Тём? Вот она, вот если ляжет на животик с тобой или рядышком, вот спать будет, она обязательно подойдет к лицу и лапкой так нежно-нежно к щеке вот так. Или там, например, вот там спала, ей надо обязательно на ноге моей. Или, например, на руке. Ну, вы сейчас скажете, что коты ложатся, где болит. Но у меня же не все болит, правильно? И нога, и рука, и живот, и голова, и все. Нет, вот она у нас такая. Я вот особенно, когда вяжу, тут у меня вот лампа икеевская, я вяжу. И она очень любит, когда я вяжу. Вот сейчас вот успокоилась, а то тру-тру-тру, и танцевала, потанцевала и уснула. Я довязываю вот этот розовый свой пуловер с коротким рукавом, решила его, видите, я уже набрала рукав и уже, видите, подрезы связала. И подрезы у меня из 10 петель здесь, вот они. Потом я видео вам покажу, расскажу о нем. И вот я, видите, уже вяжу резинку. Здесь у меня попышнее, вот я оставила, тут убрала немножечко 5 петелек. Вот видите, скос у меня такой, 5 петелечек и дальше. Вот. Вяжу без всяких убавок лицевой гладью. И переставила на 5 спиц, так удобнее мне вязать. Способ Magic Club мне нравится, но у меня здесь были 40 сантиметров, вот здесь вязала я спицами 40 сантиметров, ну вот, вот такими, вот видите, вот они, ну здесь тоньше, это просто я убрала, чтобы потом начать вязать, вот видите у меня подрезы из 10 петель, вот сейчас закончу этот рукав и начну этот, вот. А на 5 спицах очень удобно и хорошо петелька в петельку получается. И вот здесь, значит, прежде чем начать резинку вязать, значит, я в каждом десятом, например, 10 петель провязала, 2 вместе, 10 петля, она, ну как, на 10 петле 2 вместе я брала. Снова 9 провязала, 10 2 вместе. И вот такая вот у меня резинка получилась здесь. Как раз по моей руке мне нормально достаточно. Да, бусинка, да, моя кошечка. Моя кошечка маленькая, то вяжу с мамой. Ну, и здесь вот у меня вот такая резинка, толстая резинка. И резиночку, опа, моя зайка, задела мама. И резинку здесь я тоже буду вязать толстую. Вот. Так, так, так. Вот. В общем, вот таким вот образом решила небольшой кадрик здесь ставить бусинки с бусинкой и заодно показала, что я вяжу. Вот. Воскресенье вечером. Тём сидит там, читает. Ты читаешь, Тём, да? Вот. А мы с бусинкой вот здесь. Вот видите, что творит моя кошечка? Вот она, красавица. То опять мы будем одни неделю, да, вдвоем. Ты там такой ремешотик у кого? Вот такая зелененькая, а? Маленькая девочка мамина, вот так вот. Лишь бы вот, ну, поближе ко мне. Ой, кто лежит? Чьи лапочки там? Бусинкины? И мои ножки, и бусинкины. Бусинкины лапки. Вот так, вот, 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 вот. Вот мои. Все, замурчала. Вот так, вот, вот, вот. Вот как мы можем. Ну ладно, дорогие друзья, вот такой кадрик решила. Ты приветик всем передашь? Ух, и зеботень какая. Ой-ой-ой. Ну, сейчас будет мыться. Вот так вот. Все, всем пока, да? Бусинка, всем пока, говорит. Ну что ж, дорогие друзья, что хочу вам сегодня еще в этом видео показать. Платьечко, которое связано для Эмилечки, уже высохло. Такое оно красивое. Это платьишко. Еще вот я засуну вот эти штуки, кончики, и она уже готова для внучечки Эмилии. Буду увозить
Скоро будем ехать в конце месяца и буду возить. Значит, платьишко готово, да? И посмотрите сюда, сарафан тоже готов. Он постиранный, я постирала. Вот, цвет просто обалденный. Здесь узор волны, да? А здесь павлинные хвосты, они тоже вот так вот внизу. Я не стала обвязывать вообще ничем, никакими способами. Оно и так красиво, просто прелесть. Здесь павлиные хвосты узор, здесь волны. Цвет посмотрите. Вот. Здесь цвет какой-то в сиреневу передает, а на самом деле цвет вот бордовый. Винный, вот. А посмотрите сюда, видите, сразу вот такого цвета отдает. А на самом деле вот он, это винный цвет. Посмотрите, какая красота. Клёш какой. Видите, какая прелесть. И здесь такая вот линия прибавлена. Я очень довольна своей работой. Просто очень. И этот сарафанчик, конечно, для Эмилии очень большой. Этот сарафанчик или будет лежать, кушать он не просит, или же, пожалуйста, если кому-то, я же сказала, уже понравится, я его продам. Вот. Такое красивое, такой красивый здесь вырез, которым я очень довольна. Вот. Очень красивый. Вот. Сейчас напишут, что хвалюсь. Нет, я не хвалюсь. Я довольна своей работой, как и все вязалочки. Очень довольна своей работой. Вот. Она закончена. Сейчас тоже высохнет, и он готов, сарафанчик. Сарафанчики я заправила, эти, как их там называют, кончики. Покажу, что вот, смотрите, как смотрится. И боковой, ну, как будто бы имитация шва. Вот, если вот так вот разделить, то вот он. Здесь у меня снизу были убавки, а здесь прибавки, вот. Потому что в прошлый раз мне замечание сделали. Ну, я просто оговорилась. Так тоже бывает. Потому что, девочки, столько вам хочется ведь сказать, мои хорошие. И про сад, про огород. Посмотрите, сколько у меня плейлистов, столько влогов. Сколько информации я вам даю, со сколькими интересными идеями делюсь. Ну, которые я, так сказать, на себе прошла, как говорится, испытала методом проб и ошибок. Вот, вообще все, что касается и сада, и вязания, и всего остального. И бывает, иногда оговоришься. Здесь же у меня, здесь я показала вам видео, как бусинка мне составляла компашку, чтобы я вязала вот такими спичками. Спичками, говорю, спицами я вязала. Это 2,5. И заканчиваю вот такой рукав. Заканчиваю я вот такими спицами, 5 спиц. Вот широкий, широкая резинка. Вот такой вот рукавчик получится красивый. Так, сейчас сюда. Вообще пуловер получается очень красивый. Я не хотела его себе вязать, вы помните, я все время говорила. А потом, когда я начала его вязать, мне очень-очень его захотелось. Единственное, буду думать, что здесь. Или оставить вот так, ну, потому что у меня уже есть такой пуловер, где наверху вот... Мне нравится очень, когда стирается пуловер, и он чуть-чуть вот так заворачивается, получается очень красиво. Тем более, что под дубленку мне не хочется никакого воротника. Я очень люблю, я в прошлом году носила тот с пайетками под дубленку, мне так понравился тот пуловер, что просто я вот и пожелала себе еще другой связать. Так, вот видно сразу рукав, как я начинала вязать. Вот он такой красавный. Подрезы у меня тут 10 петель, вот так вот они идут. Видите, я постаралась взять, чтобы как продолжение шло. Аккуратненько петелечку там под петельки подбирала. В общем, вот такой пуловер. Красивый, нежный. Тоже будет готов. Так что все мои недовязы в одночасье стали довязами. Довязались. Вот сколько у меня было их. Я посмотрела и думаю, сижу и думаю. Получается, что лежали недовязы, и я их резко взяла и резко все связала. Это не недовязы, это просто я посадила на спицы. Мне очень захотелось сделать приятное внучечке. Она у меня одна. Вот.
А на самом деле это тоже был начатый сарафанчик, да, вот, и, ну, изначально я и не собиралась его на внучку, потому что я ж вниз набирала это вот петли, я просто решила вот такое искусство сделать, показать вам, потому что такие сарафаны, и много сарафанов различных, о которых я говорила, я вязала своим девочкам, и платьишки у них такие были, они были полностью у меня обвязаны, даже курточки с вытянутыми петлями на воротниках и на капюшонах, на рукавах, как будто бы имитация меха, курточки вязаны, пальтишки вязаны, все было. И вот остался, а пальтишко-то довязано голубое, вот что я вам МК снимала, осталась одна часть, чтобы связать рукава и капюшон. Вот тоже сейчас вот закрою, как говорится, двери в сад и уйду в зиму, как говорится, в спячку вязальную. И буду снимать вам довязывать и пальтишко. По идее-то и кардиганчик-то у меня. Сейчас я принесу сюда, я его практически довязала-то. Вот он, девочки, помните? Диагональный кардиган я начинала вязать. Такую красоту я увидела в журнале. Потом на канале у девочки, не буду сейчас говорить, потом буду снимать про него и назову имя, чтобы я не ошиблась. Но мне, девочки, кто-то писал ее канал. Вот, так вот получается. Вот. Вот здесь вот очень красивый. Воротник я еще не сшила. Я его сошью здесь. Будет очень красиво. Осталось. Вы помните, что я только-только начинала. Только начинала показывать вам. Вот, когда было одето, вот здесь вот, чуть-чуть. И сейчас, видите, у меня вот он такой. Конечно, он не на меня, безусловно, но он будет смотреться как оверсайз. Я свяжу еще и рукава, вот. Там у девушки нет рукавчика, а я свяжу еще и рукава, но она, может быть, еще какие-то еще другие вязала с рукавами, но я именно тот, как вот увидела у нее, и увидела в журнальчике. Первое, что я увидела в журнальчике, не стала покупать журнал, а потом нашла в интернете, узнала, что называется диагональный кардиган, и забила, и именно на эту девочку я, девочка, вязала. Вяжу ее, его от Yarnart Crazy Color. Мне очень нравится эта пряжа. Из такой же пряжи я вязала шаль для своей свахушки. Вы помните, я ей подарила его. Есть видео вот в этом, вот не в этом, конечно, вы сейчас в домашнем смотрите, это еще будет видео в таком вязальном влоге. Там у меня плейлист называется «Рукоделие». Значит, 25 шерсть и 75 акрил. И вот смотрите, 100 грамм моточек вот, весом и 260 метров. Вот. Такая пряжа. Так что вот так что. Все вяжется, все вяжется. И сиреневый кардиган, который я начала, он темный такой, его темно было мне вязать. Но он тоже у меня уже довязывается. Его вязать нужно, конечно, днем, либо под лампами. Так, ну вот. Решила порезать на дольки и поджарить. Смотрите, какая вкуснятина. Просто прелесть. Дольки на дольки. Но я не всю. Надумала еще сделать салатик. Буду делать салатик, оставила еще. Я одна, мне этого хватит. И на салат из того, что я сварила здесь, она в один ряд была, вы видели. Это я на две части разрезала, поэтому вышло много. Кстати, хочу отметить про вот эти кастрюли. Просто их обожаю. Вот они. Вот такой фирмы. Специально покупала сюда. Естественно, здесь силиконовыми и деревянными нужно ложками мешать. Вот видите, сколько все время пользуюсь. Вот, а когда я купила, еще домика не было, девочки. Помните, перед тем, как поставить домик весной, эту я красоту купила. Две кастрюли и ковшик. Красота. Очень мне нравится, пользуюсь. Кастрюля большая, маленькая, то, что нам нужно. И ковшик. Значит, сейчас еще эту сторону переверну и посыплю. Видите, у меня адыгейская соль вот такая вот есть. Я в тот раз хотела вам, ну, каждый раз показываю, но не всегда, но часто показываю, так будем сказать. Вот. И еще вот такая вот. Два вида у меня. Я не беру, где много, ну, где овощи не покупаю я, девочки. Сейчас я вам
покажу. Вот у меня своя приправа есть. Вот сюда я могу добавить соль, а могу и не добавлять. Вот она сушится, я уже вам показывала. Могу добавить, могу и не добавлять. Потом вот такая вот соль у меня есть, такая розовая соль, я тоже вам показывала. Пользуюсь и крупной, и мелкой. Розовая соль это вообще, я просто обожаю ее. Вот тут мои приправки. Вот здесь покупные смеси у меня. А вот это вот моя смесь перцев. И вот здесь вот у меня есть, вот, видите, сколько засушенного маяка. Я вот так могу достать раз и в супчик один бросить. Вот, закончится у меня, еще в пакетах у меня есть, закончится он у меня. Я вот молотый, я добавлю. Здесь вот у меня в одной, так, что-то куда у меня крышка делась? Крышка куда-то делась. В одной целое, вот здесь вот где целое сладкий, чисто, а нет, наоборот, здесь с острым, даже семена острые для перца, а здесь чисто сладкий паприка, вот, быстрее уходит чисто сладкий, как вы заметили, вот и здесь у меня такой хорошенький, красивой баночки находится, такая вкуснятина, это почему-то здесь лимонная кислота, ну, не знаю, видимо, что-то брала и сюда положила. Здесь вот у меня был тмин, по-моему. Ладно, что-то такое не то, куда делась крышка. Сейчас буду посмотреть. Все. Буду переворачивать. Что сюда еще добавлю? Натру чеснока и укропчику. Все. Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня второй день. И я заболела. У меня болит горло. Вот, у меня не ангина. Гланды у меня вырезаны еще в школьные годы. Просто заболелось горло. Полоскаю. Вот как начала вам вчера снимать видео. Почувствовала, что вот что-то в горле не то, что-то мешает, першит. Вот. И до вечера разболелась. Поэтому полоскала горлышко. Раза три. И сейчас вот утром полоснула. На улице холодно. У нас был минус 1 градус. Растюхи вон там у меня все нормально. Вот. Видите, как светло от рулонной шторы. Хорошие рулонные шторы. Ну, а я тут поставила себе попить кофе или чай. Сейчас решил, включила термос. Пусть нагревается. Вот. И вчера вечером поняла, что я не смогу съесть все сливы. И решила их почистить и на ночь. Вот таким вот образом засыпать сахаром. И сейчас поставлю их готовить. Вот они, видите, пустили сок. Никогда не добавляю никакой воды, когда готовлю дольки. Вот. А просто засыпаю сахаром, и получается они в сиропе. А тебе что, мама, да? И тебе что-то нужно от мамы? Сейчас мама немножечко себя в чувство приведет, и обязательно буду еще с тобой возиться. Хотя я ее кормила, она встает 4:30 утра, и вот в 4:30 утра ее кормишь, пока поест. Я ее выпускаю гулять, она просится на улицу, затем приходит, тоже орет, я ее слышу. Запускаешь, следишь за ней, как маленький ребенок. И теперь, что я буду делать, значит, сливой? Включу огонь. Надо уже включить, потому что сварить уже их надо. Включаю огонь. И слежу, чтобы сильно не кипело. Вот. Это дольки сливы в сиропе, не совсем варенье. Я буду варить. Сахару смотрите сами, сколько вы положите, это ваше дело. Это венгерка. Это слива венгерка. Вот. Так что, как закипит. Минут 5, а то и 10, и я выключаю. Она остынет,
Потом опять включаю, еще 10 минут оно остынет, и еще раз 10 минут. Вот я всегда так варю, и получается очень вкусно, сливы в сиропе. Ну, а если варить варенье, повидло, там это уже другое дело. Ой, все-таки перебила маму, перебила, и я ее покормила еще раз. Обжора ты маленькая, обжорка. В общем, вот примерно на полкило слив. Вот, наверное, сейчас здесь у меня полкило. Ой. Полкило. Я положила 1,5 стакана сахара. Мне вот достаточно. Эта слива будет у меня в баночке. Мы будем ее по утрам кушать. Ее очень мало здесь. Вот. Баночка стерилизованная, чистая. И в холодильнике буду хранить. Так, ну что ж, буду делать себе кофе. Вот еще одна буська у меня здесь сидит. Красавица. Так, буду скрипеть своими. Крышкой не накрываем. Извиняюсь, не сказала. Так вот, чтобы следить за этим. Если я своим голосом буду скрипеть, то я извиняюсь. Ну, как по-другому нельзя. Разболелась, конечно, я. Не хотелось бы, но что делать. Итак, дорогие друзья, попила я кофе. Вот так вот у меня в таком состоянии. 10 минут проварилась. Смотрите, какая вкуснятина. Вот. Теперь вот эти долечки, они настоятся вот в этом сиропе. Смотрите, какая вкуснятина. Очень вкусно варенье. Я так очень часто варю. И также с винограда готовлю. Вот виноград, который без косточек. Вот. Точно так же вот эти виноградинки плавают в соку. И когда вот так несколько раз их по 10 минут, раза 3, и оставляешь часа 2-3, иногда даже больше у меня, когда успеваю, и они пропитываются вот этим сиропом, они становятся прозрачными, такими наполненными, вкусными. И также из смородины делаю. Из любых ягод можно так сделать. Клубничка вот таким образом вообще приготовленная получается очень вкусная. И вот пусть у меня вот это все стоит, настаивается. Выключено уже. И, конечно же, я уже позаботилась о лимонах. Пропустила их. Значит, сюда я хочу добавить... Так, секундочку, ручку вытру. Мед. Этот мед еще. У меня две банки были с прошлого года. 130 рублей вот такая банка у нас на рынке. Такое место есть там. Отдел такой продает. ИП, целая семья вот занимается медом. Вот эта пчелиная ферма. И вот я хочу его, это самое, оставить, чтобы он, это я занесла с улицы, в ящике у меня он был, это прошлогодний мед. И я его размешаю, чтобы он был такой жиденький, и добавлю сюда. А еще у меня есть вот такой вот мед, очень вкусный. Это алтайский мед, таежный, вкуснючий мед. Хотела сначала его... Но я его лучше оставлю, чтобы мы так покушали его. Да, очень вкусный мед. И еще пол-литровая банка из гречичного меда. Так что я думаю, что вот этого сюда хватит, потому что лимонов немного. Плюс еще будут очень сладкие. Изюм будет. У меня изюм и желтый. Ну, такой белый, из белого винограда, бело-желтого. И из черного есть. И курага. Все это. Ну, это я попозже добавлю. Главное, что я перемолола. Добавлю мед, пусть стоит. А буду себя хорошо чувствовать. К вечеру, конечно, обязательно сделаю и то. И другое, как говорится. Ну, я не знаю, когда. Сейчас посмотрю кадры. Хочу попрощаться с вами. Наверное, уже вдруг не будет больше никакого кадра, чтобы он видео было полноценным. Хочу пожелать вам всего самого доброго, самого хорошего, мира, любви, добра, дорогие друзья. Не болейте, потому что болеть это плохо, безусловно. Но у меня обычно 2-3 дня, и все проходит. Это просто горлышко. Орзе, одним словом. Так что все будет хорошо. И у меня, и у вас, дорогие друзья. Всем удачи!
мира, любви, добра. Все, что есть на белом свете из этой серии, все к вашим ногам, дорогие друзья, ибо вы все это заслуживаете. Ну а вы, как всегда, были на канале в гостях у Елены и «Деревенская жизнь с нуля», дорогие друзья.